Всем привет! С вами Лара Шум, коуч по актерскому мастерству и автор учебника «Мощный актерский мастер-класс». Сегодня я хотела бы с вами поделиться, как профессиональному актеру всегда поддерживать свой статус, ведь, как известно, актер учится всегда. Или как начинающему актеру начинать уже сейчас отрабатывать свои актерские навыки. Это, друзья мои, простое наблюдение. Вы начинаете наблюдать за людьми. Другие люди – это для нас вот такой вот инструмент. Это большой кладезь для вашей актерской работы. Например, вы можете наблюдать за эмоциональными состояниями человека и тем самым пробовать в них входить. Недавно был у меня такой очень интересный, забавный случай. Мы сидели, ужинали, и вдруг я вижу, идет женщина через весь зал. Зал был такой большой, с распущенными волосами. И она идет с таким классным чувством превосходства. Это было ее состояние. Плечи расправлены, грудь вперед. И как бы такой внутренний монолог: вы здесь никто, я королева. И здесь мне пришла в голову хорошая идея. А получится ли у меня перебить ее чувство превосходства своим состоянием превосходства? Ни в коем случае, друзья мои, я здесь не даю никакой оценки. Я просто здесь попробовала отработать свой актерский навык, не более. Я дождалась, пока она выйдет из туалета и опять чинно прошагает этот большой этап дороги. Я, соответственно, вошла в чувство превосходства и пошла ей навстречу. То есть два состояния столкнулись между собой. Ну, не в буквальном смысле, нет, мы с ней прошли рядышком, совсем рядышком. Но здесь я все-таки почувствовала, что мне получилось немножко ее чувство превосходства опустить вниз. В принципе, что я и хотела узнать по своим ощущениям. Тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Через наблюдение, через умение анализировать, и, скорее всего, вы даже сами найдете какие-то свои собственные упражнения, о которых вы можете мне написать в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и расскажите об этом видео своим друзьям. Вдруг оно кому-то пригодится. Всем побед и успехов! И главных ролей!